На этих кадрах инкассаторы покидают горящий спецавтомобиль. Сегодня УАЗ загорелся в центре Архангельска. На перекрестке Троицкого и Поморской он столкнулся с «Шевроле Лачете». По предварительным данным, иномарка при повороте на Поморскую не пропустила машину инкассаторов. От удара УАЗ перевернулся на бок и вспыхнул. Ценности все в наличии. То есть инкассатор успел выкинуть все сумки с ценностями, пока не загорелось сильно. Сумму денег, которые находились в спецавтомобиле, не называют. Людей там было трое, все отделались ушибами. В «Шевроле» также никто не пострадал. Еще две серьезные аварии. В Высокогорском округе Архангельска в ДТП погиб 18-летний водитель «Лады». Трое пассажиров отечественного автомобиля, в том числе 13-летний школьник, доставлены в больницу. По предварительной информации, около 20 часов 18 минут на перекрестке улицы Клепача и Магистральная водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Клан», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с машиной ВАЗ-2114. От удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на световую опору. А на этих кадрах экстренные службы оказывают помощь 23-летней пассажирке Nissan Note. У девушки переломы ног и черепно-мозговая травма. 26-летний водитель госпитализирован с переломами ног и правой кисти. По предварительным данным, Nissan Note на трассе Северодвинск-Архангельск выехал на полосу встречного движения. Между Рикосихой и Цигламеню столкнулся с Nissan Qashqai. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, его также доставили в больницу.